была произведена замена узла. Вот этого полностью всего. Здесь вот он начинается. Также пыльника. Была помыта на мойке коробка. Куплен новый хомут. Стык смазан герметиком. Сделаны вот такие вот уплотнительные резинки с обоих сторон. Здесь, как мы видим, траверса имеет изгиб по форме кузова. То есть резинка идет на весь изгиб. Соответственно, здесь под имеющиеся резинки разбитые были установлены с обоих сторон такие вот новые прокладосики. Увеличена высота вот эта вот между глушителем и тягой ручного стояночного тормоза. Я здесь еще подложил войлок. Но если его убрать, как бы зазор все равно есть. Она не лежит на ней. Далее. Заменены соединение кардана с мостом, гайки с пластиковыми фиксаторами на конце поставлены новые. И также были заменены эти вот резинотехнические изделия для крепления глушителя. Здесь, здесь. Здесь старое в хорошем состоянии. Еще остался вот комплект. Когда она свое отходит, я ее заменю. Также были сделаны. Также были сделаны работы внутри. Были установлены медные гайки, новая прокладка, высокотемпературный герметик, также был демонтирован стартер, и в его основании вот здесь вот не видно, была заменена втулка. Вот. Также здесь был поставлен упор, упор от нового капота. Все подошло идеально.